Какой цвет использовать в написании тела человека? От Владимира. Если тело человека будет написано такими цветовыми решениями, как мандарин, цвет мандарина, цвет белого винограда, который слегка зеленит, белый виноград, близко к мандарину, ну, что-то среднее, и розовый цвет, то есть прохладный цвет, то тело будет красивым и более правдоподобным. Вот имейте в виду этих три фрукта. Персик, проявление персика, проявление белого винограда, ну тоже проявление белого винограда, и мандарина. Отлично.